Итак, ребят, прошелся по кустам вон от того тополя. Там сейчас вон Дэн копает какую-то хреновину интересную, его нашел. Ребят, иду смотреть то, что Дэн там поднял. Так, печная створка. Печать. Ух ты, бля. Я ж тебе кричал, иди за вас. Ну я ж тебе говорил, я клещ, как клеща. Смотрите, ребят, портрет Александра. Здесь какие-то две печати непонятных и еще один силуэт. Вот он, этот тополь, ребят. И Денис с той стороны. Я сначала не понял, что такое. И это, ребята, тигель для литья металла. То есть вот в эту емкость, лавка металла. И вот смотрите, видите, какая форма? Форма для литья именно слитков. Может здесь золото, может быть здесь серебро в этом доме. И это, оказывается, фальшивый рубль. Мы дом-то, ребята, шурфим-то фальшивомонетчиков. Здесь плавили металл и делали вот такие вот фальшивые монеты. Ребят, страсти утихли. У нас сейчас тут было что-то. Кавказец, ребят. Смотрите, какой объем, не зря копал. Вот это все копал. Что там, Михалыч? Да это отколку ушли? Не. Ну-ка, дай-ка, дай. Ребят, почему я говорю отколку? А, это, наверное, от этого. От умывальника. Держи. Почему я про колку, ребята? Мы вот, смотрите, все откопали, ребята. Ребят, страсти утихли. У нас сейчас тут было что-то. Кавказец, ребят. Смотрите, какой объем, не зря копал. Вот это все копал. Что там, Михалыч? Да это отколку ушли? Не. Ну-ка, дай-ка, дай-ка. Ребят, почему я говорю отколку? А, это, наверное, от этого. От умывальника. Держи. Почему я про колку, ребята? Мы вот, смотрите, все откопали, ребята. Смотрите, что. Вот такую вещь. Зачет. Вообще. О, да он это, блин, с герб... Ой, с... что-то... Орел, что ли? Да, ребят, с орлом. Бубенчик там есть, нет? Смотри, орла. Блин, надо это выковырить чем-нибудь. Ой, что-то там, по-моему, даже этот есть. Поковыряй, Дэн. Угу. Поковыряй чем-нибудь палочкой. Потому что этот есть. Ну ты не железкой же, блин. Да, что-то аккуратно это. Я во всей красе, ребята, я вам покажу. Потри перчатку вот эти, орлы. Орлы, потри. Да аккуратнее ты, как шкребыкаешь. Каждый день как будто откапываем такие нет, вещи. Нет. Хотя, ребят, в этом году я уже два откопал. Два колокольчика откопал. Один с надписями, один гладкий. Там язычок, что ли? Нету языка. А что это такое в центре торчит? Не знаю, железка какая-то, походу. Ну-ка, 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 давай. Блин, как новый. Смотрите, ребята, орел. Это не орел, это курица. Да, это курица, ну, курица. С одной головой, да, курица. Блин, посвети мне что-то это. Видите, да, ребята? Это курица.
Раз курица. Два курица. Три. А там вот, я не знаю, блин, я не знаю, что такое. Блин, вообще зачет. Звенела на все деньги. На сколько звенела? Давай. Поставь. Что, не помнишь, что ли, блин? Он мне в руку выпал. 90-96. 90-96. Ну, эти дуси, они всегда железо так бьют. Смотрите, пальцем протираю, и смотрите, как классно курочка видна. Ну, зале было частично. Здесь фундамент, ребята, одна зола какая-то. Вот прям копаешь, и зола золой. Вообще огонь. О, ребят, а может здесь колокол этот и отлили? А? Рубль есть, колокол есть, и вот такая форма. Ну, форма все равно, смотрите, похожа на это. На серебро и на золото отливали. Но, блин. Сегодня у Дэна вообще классно. Створка огромная, печная. Чё, и вот такая красивая вещь. Блин. Пуговица? Ну, с железом, советская. Ох, блин. Я прям не насмотрюсь, ребята. Это бомба сегодня, ребят. Бомба. А сейчас давайте отвлекемся от копа. И я вам расскажу, что у меня в руках. А в руках у меня подушный колокольчик 19 века. Этот колокольчик исполнился на русских тройках. На протяжении около полутора столетий, с конца 18 до начала 20 века, подушный колокольчик играл заметную роль в народе быта. Они использовались главным образом в почтовых и курьерских тройках. Подвешивались вот дугой каренника. Правда, колокольчик применялся также в тройках частных владельцев. И часто эти тройки частников путались с почтой. В связи с этим были жалобы. В 19 веке русским правительством был введен запрет на использование колокольчиков для частных граждан. Но чтобы обойти этот закон, стали использовать подушные бубенцы. Звук бубенцов отличается от колокольчика. Послушаем звук колокольчика и бубенца. Вот так звучит колокольчик. А это уже звук бубенца. Стоимость такого колокольчика 3-4 тысячи, но может достигать десятки тысяч. Все коротко, ясно и понятно. А сейчас возвращаемся на коп. Ребят, только что я показывал колокол, и я тоже какую-то хрень откопал. Смотрите. Тарелка латунная. Смотрите, какая беда. Что-то выбита она, не лишь? А? Нет, она. Алюминий. Латунь, ёпты. Это латунь, а не алюминий. Да. Офигеть. Становится все интереснее и интереснее. Латунь. Класс, класс. Смотри, лопату он с какой берет. Ребят, монеты у меня снимаю, потому что не часто выпадают здесь монетки. Тем более, эта монета 5 копеек. И год 32. 5 копеек 32 год. Не знаю, сколько стоит, но вы уже знаете. Пойдет? Пойдет. Ребят, когда колокол подняли, когда подняли еще вкусняхи, я пацанам сказал, осталось найти бутылку с орлом царскую. И знаете, блин, счастье. Я сюда бил и ломал вот такие черепочки. Но появилась вот эта красавица чудная. Аптека с орлом. И смотрите, я впервые вижу такую бутылку с носиком. Вот это, да, вот эта бутылочка. Сегодня просто
чумовой такой, знаете, коп. Сколько вкуснях подняли. Ну и я тоже, видите, при делах. Сегодня все отличились. Зачет. С носиком. Первый раз вижу с носиком. Ай-яй-яй. Че, еще один колокол? Выкопаю второй колокол и пойду спать. Ребят, вот здесь вот смотрите. Я до бревна дошел. Вот бревно лежит. И по очертанию вот еще дальше идет комната. Михалыч говорит, что он с той стороны фигарили, и ничего там интересного не было. Засыпка такая, знаете. Так, вот наша красота сегодня. А! И вот, возможно, можно туда попробовать. Опа, у Михалыча там что-то Ванюш красиво сигналил. Давайте в прямом эфире что-нибудь, что ли, откопаем. Ага, ложка. Черпала. Дуся там тоже что-то крякает. Ага, поймал. Ну монета так, да? Совет. Нет. Нет, жгонь. Ага. Ну ладно. Итак, ребят, на этом, пожалуй, сегодня закончим. Откопали сегодня классно. Находки у всех шикарные. У меня бутылочка с орлом, у Михалыча. Не, не у Михалыча. А у Дэна колокол и створка печная с печатями. Откопали классно. Монеты я вам не показывал. Количеством мы не взяли. Ну, хотя монет есть немножко. Но фундамент, хочу вам сказать, был классный. По словам Михалыча, в прошлый раз с этого фундамента подняли более 250 монет. Сегодня немножко добрали. Выкопали немножко шикарных находок. Все вы видели. Завтра начнется новый день и начнется новый фундамент. Так что приятного просмотра именно завтра утром. А сейчас спокойной ночи.